Сегодня мы будем говорить о теме, которая, на мой взгляд, не только специалиста, ученого, человека, который занимается данной темой, но и обывателя, касается всех, касается каждый день, каждый год нашей жизни. Это тема «Климат». Что мы понимаем под этим понятием и что же с ним происходит, если происходит вообще? Надо сказать, что эта тема, когда мы начинаем изучать этот предмет в школе, в университете, звучит так, что, наверное, первый первобытный человек, мужчина, который, выйдя из пещеры, посмотрел наверх, увидел что-то серое, что-то моросящее, подумал, сегодня я не пойду на охоту, потому что она будет неудачной. То есть это уже первый пример оценки состояния погоды в данный момент времени и, в принципе, вот тех размышлений о климате, которые сформировались, зародились достаточно давно. И сразу же мостик такой вот от этого понимания, что как важно определять тип климата, в котором мы живем, и, соответственно, что мы должны здесь развивать, как использовать то, что нам дано природой. Все наиболее умные, можно сказать, ученые, люди, ученые это так не называли, которые впервые сформулировали это понятие климат, клима, наклон, они проживали в Средиземноморье. Это Италия, это Греция. То есть это тот тип климата, средиземноморский, субтропический, который определяет очень комфортное состояние атмосферы многие-многие годы. И так приятно было этим Аристотелю, ученым, этим мыслителям, которые сидели на зеленых лугах в окружении стайки учеников, рассуждать о том, а что же происходит в зависимости от того, какой угол наклона солнечных лучей в данный момент времени, в данный сезон, как потом было придумано это членение годового цикла на отдельные сезоны. То есть видите, как было приятно рассуждать и развивать вот эту научную мысль там, где все благоприятно. И я просто сейчас перекину сразу же мостик в наше время, когда вот та уже, ну, у нас, так скажем, достаточно продолжительное время мода, когда зимой наша молодежь бегает в кроссовках на босу ногу. Я сразу же ребятам на лекции задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, а вы не смотрели, какая температура сегодня в Италии или даже Франции, где предложили эту моду? И когда они открывают свой телефон и видят, что даже зимой температура всего или по-нашему, ого, плюс 10 градусов, а у нас в это время минус 20. То есть то, что понятие климат и его разновидность диктуют все особенности нашей жизни. Итак, что же такое климат? Климат – это многолетний режим погоды, характерный для любого места земного шара вследствие его географического положения. Я уже упомянула, что многолетний режим погоды. А что тогда такое погода? Это состояние атмосферы в данный момент времени, то есть сегодня за окном. И это состояние атмосферы, оно зависит уже от времени года, прежде всего, от того, на какой широте и долготе, то есть географические координаты, мы находимся с вами и так далее, и так далее. Таким образом, получается, что, вспомните ваши знания по школьной географии, наша шарообразная Земля отличается вот тем, что условно ее можно разделить на несколько географических поясов в зависимости от того количества солнечного тепла, солнечной энергии, которую получают, ну, некоторые обобщенные такие типы местности. И получается, что наша с вами Россия, наша страна находится преимущественно в умеренном географическом поясе, в умеренном широтном поясе. И, соответственно, преобладающий тип климата в России умеренный, а затем, в зависимости от того, как далеко мы располагаемся в направлении с запада на восток по уже долготе, мы начинаем
подразделять вот этот основной тип климата, умеренный, на... Итак, если выйдем за пределы России, и все-таки еще вот та западноевропейская территория, Франция, Германия, они очень близко находятся к побережью Атлантического океана, где протекает течение, известное нам как Гольфстрим, хотя его можно подразделять, это теплое течение. И поэтому, когда воздушные массы формируются над этим течением и затем, перемещаясь с запада на восток, поступают на территорию зарубежной Европы, то они оказывают очень сильно отепляющее воздействие. И тип климата в этих странах умеренный морской, с большим количеством осадков, с не такими резкими перепадами от основных времен года, зимы и лета. Затем, когда воздушные массы перемещаются над территорией, они начинают остывать. Выпадает уже определенное количество осадков. И когда они доходят до границы с нашей Россией, то в них уже определенные изменения произошли. Таким образом, когда эта воздушная масса уже проходит над территорией восточноевропейской равнины, это территория наша до Урала, то уже температуры меньше, чем за рубежом, уже количество осадков меньше, и основной тип климата умеренный. Масло-масляное не говорят, поэтому просто для Москвы мы говорим, что характерен умеренный климат. А вот уже когда воздушные массы переваливают через Урал, а через него не все воздушные массы переваливают, а некоторые разворачиваются и уходят на север, северо-восток, для того, чтобы там набраться новых сил, запасов холода, остывают они там, и потом начинают перемещаться уже на нашу территорию Западной Сибири. Естественно, что здесь они уже определяют другой тип погоды и другой тип климата. Это умеренный, континентальный. То есть вся территория Сибири от Урала до Енисея в основном характеризуется типом климата умеренным, континентальным. Поэтому, когда я, например, читаю в наших даже государственных, можно сказать, документах, где сразу же пишут резко континентальный климат Алтайского края, вот обращая внимание, что это неправильно, и основной тип климата умеренный, континентальный, но отдельные районы, это прежде всего юго-западные районы, которые уже ближе находятся к Казахстану, там действительно Михайловский, Ключевский, пожалуй, даже район. Умеренные резко-континентальные черты этого резко-континентального есть. Чтобы вы понимали, какое отличие, вот дальше за Енисеем до побережья Дальнего Востока климат умеренный, резко-континентальный. Это прежде всего Якутск, наиболее характерный город, вот по которому мы можем показать, что средняя температура, среднемесячная температура января в этом городе минус 41 градус. У нас с вами всего лишь тогда минус 19. Дальше это то, какая температура лета, какое количество осадков. Поэтому мне бы хотелось, чтобы вот все-таки на это обращали внимание. Итак, мы говорим о погоде и климату, и я вас вот уже ввела в некоторые такие особенности, определения начала-начал. Важно или не важно это понимать, изучать вот это понятие? Ну, давайте подчеркну важность того, что у нас в России, как и во всех странах мира, есть федеральная служба, которая сокращенно именуется Росгидромет, Роскомгидромет. Еще раз, ее значимость – это федеральная служба по мониторингу состояния воздушной среды. Это та служба, которая определяет и методику, и все основные функции, особенности этой службы, в которой 8 раз в сутки, подумайте, через каждые 3 часа, дежурный метеоролог должен выйти из помещения метеостанции и пройти на метеорологическую площадку, где произвести измерение точно в указанное время по всему земному шару одновременно за температурой воздуха, за скоростью ветра, количеством осадков, высотой снежного покрова и так далее. То есть важно понимать, что
это очень строго согласованная по всему земному шару такая функция наблюдения за состоянием погоды во всех странах мира в одно и то же время. И если это ночное время, если у нас там наблюдается сильный ливень или снегопад, наблюдатель все равно обязан выйти на площадку и произвести эти наблюдения. Причем они строго регламентированы по всему земному шару. Метеорологическая площадка в определенных параметрах, это обязательно по дорожкам строго определенным подойти к этой психрометрической будке, в которых располагаются два термометра. И резервуар каждого термометра находится на высоте 2 метра от поверхности Земли по всему земному шару. Вам говорят, температура сегодня минус 17 градусов. Надо понимать, что если мы ростом в основном 1,60 м, 1,70 м, то это повыше. И мы будем ощущать зимой, когда холодная воздушная масса опускается вниз, более низкую температуру. То есть меня очень часто спрашивают, а на телефоне есть температура, и есть внизу ощущается, и там совершенно другая. Так вот, во-первых, на какой высоте мы с вами, а во-вторых, есть ли у нас ветер, перемещение воздушных масс. Потому что усиление скорости ветра на 1 метр в секунду равносильно понижению температуры на минус 2 градуса. Если сегодня 7 метров в секунду, то минус 14 добавляется к нашим минус 17. Вот такая специфика. И это только пока вот о том, что такое погода. Ну а климат – это уже многолетний режим погоды, который должен быть определен, рассчитан, все показатели обязательно как минимум за 30 лет. Если мы говорим о многолетних изменениях климата, то нам надо сравнивать два периода, 30 и 30, уже за 60 лет. То есть поверьте, пожалуйста, что когда вы читаете какие-то статьи, вы слышите о том, что меняется климат, приводятся цифры, это работа ученых всех стран над огромным массивом информации, которые получают, во-первых, сначала дежурные метеорологи, синоптики, которые потом обрабатывают эту информацию, и ученые, и все суперкомпьютеры каждой страны работают на эту службу. Потому что это настолько важная информация, ну, прежде всего, современные условия для оборонной отрасли, так скажем, или для оборонной сферы, для всех других отраслей. Это и воздушное сообщение, это и те отрасли экономики, которые отвечают за транспортную доступность, наше сельское хозяйство и так далее, и так далее. Что мне хотелось бы, чтобы больше люди понимали, насколько это сложно, насколько это ответственно, и то, что вот с этой погодой, с этим климатом происходят определенные изменения. И уже и президенты всех стран, и наш Владимир Владимирович Путин говорит об этом открыто, что температура в России меняется со скоростью гораздо более значительно, чем в других странах мира. Это факт. И, наверное, мы, если вам будет интересно, продолжим об этом говорить в нашей следующей встрече.